Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой отмечает 100-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло сегодня в Черкесске. Виновников торжества поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Очень символично, что столетие библиотеки мы отмечаем в год столетия Карачаева-Черкесии. Это настоящая кладезь научной и художественной литературы и по сей день остается центром культуры просвещения и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, отметил он. С торжества, Али Баташев. Созданная в тот далекий 22-й год библиотека из 170 книг превратилась сегодня в современный духовно-культурный центр, где хранятся около полумиллиона книг, газет, журналов, пластинок, документов и так далее. Директор учреждения Салых Хабчаев рассказал о деятельности главной библиотеки региона за прошедшие 100 лет, от избы читальни до культурного центра республики. Выступление сопровождалось показом фильма, подготовленного сотрудниками к юбилею «Век прошлый, век сегодняшний». От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова коллектив библиотеки поздравил спикер парламента республики Александр Иванов. Ничто не может заменить живую, настоящую книгу, которую можно подержать в руках, а ту информацию, которая содержится в библиотеке, ну, наверное, все равно нельзя найти ни в каком поисковике, потому что это наша история, это национальная библиотека, то, что мы здесь храним, то, что мы здесь стараемся потомкам нашим передать, оно всегда будет востребовано. Один из частых посетителей библиотеки – известный актер Борис Уртенов. Я очень люблю библиотеку. Это для меня это храм искусства. Храм искусства и культуры. Для меня это академия, для меня это так-то заочный университет. Так что мне очень приятно сегодня участвовать в этом празднике. Наряду с видеопоздравлениями от друзей, пришедшими накануне события, весь коллектив Государственной национальной библиотеки тепло поздравили представители печатных СМИ. Эти книги, которые выставлены на этом стенде, это кропотливая работа каждого, кто трудится в этой библиотеке. И я не знаю, вот такой интенсивной работы, где еще можно поискать. Мы благодарим вас за многолетнее сотрудничество. Мы хотим сказать, что мы вас любим. Приятный сюрприз к юбилею подготовил и народный художник республики Николай Кузнецов. Он преподнес в дар свою картину. На мероприятии выступили представители рода Байрамуковых. Выражаю нашу искреннюю признательность и благодарность коллективу библиотеки за большую созидательную работу. Память о Халимат Башчиевне. Внимание к ее творческому наследию. Пусть светлый образ, ум и талант Халимат Байрамуковой вдохновляет нас на добрые дела. Пусть история и культура народов Карачаева-Черкесии служат и в дальнейшем во благо мира и взаимопонимания. К юбилею коллективам сотрудников были подготовлены иллюстративные информационные выставки, отражающие разные периоды истории учреждения. Листая страницы «Твои в юбилей», «Библиотека. События. Люди» и другие. Многие сотрудники Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой получили в этот день подарки и заслуженные награды. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия.